Доброго дня, Санкт-Петербург, магазин «Истехник». Сегодня у нас на обзоре лодка «Риф 340 НДНД надувное дно с обновленным интерцептором. Лодка поставляется в сумке. В этой сумке лодка, банки, весла. То есть весь комплект в одной сумке. Сейчас замерим размеры. 40 на метр 10 на 55. Так, в комплекте весла, две банки, ножной насос, ремнабор и паспорт на лодку. Это же гарантийная книжка. Так, у нас на весах сама лодка в чехле, вес 28600. Сейчас добавим весла, полный комплект. И комплект весит у нас 34700, полностью в сборе. Итак, накачали лодочку Риф 340 НДНД. Расцветка. Графит с хаки, новый интерцептор здесь, пластиковый, это ABS пластик. Померим высоту транса. Транец у нас здесь получается 42 сантиметра, как раз под ногу S-ку, для большинства моторов стандартной длины ноги. Так, по ширине кокпита лодка имеет ширину 78 сантиметров. Хороший, достаточно широкий кокпит. Плюс большой здесь. Это большие баллоны, 47-й баллон. Так, по длине кокпита смотрим. Лодка имеет длину кокпита 2,40. Тоже достаточно хорошо. Большой кокпит. По высоте посадки в этом месте 26 сантиметров с половиной. В носовой части около 31. Так, по комплектации весла все это в стандарте. Есть ручка для шкипера. Транец здесь бакелитовая фанера. Пластиковые накладки с двух сторон. Максимальная мощность мотора 15 лошадиных сил. То есть вполне пятнашку можно сюда вешать, использовать. На дне стоит стравливающий клапан аварийный. Тоже необходимая вещь, он автоматический, при избытке он спустит излишки воздуха. Спереди у нас ручка есть для того, чтобы затягивать лодку на берег. Здесь в баллонах три отсека, носовой баллон большой и два задних отсека вот на конуса. Размер лавок здесь у нас идет 20 сантиметров. 20 на 90. Днище лодки в стандартном исполнении. Есть броня штатная. На конусах девятка. По центру, по килю шестерка броня. Также вот здесь боковая бронь. Хорошая килеватость. Вот. И самое интересное, интерцептор пластиковый. Это новая разработка. Он вот такой вот повторяет контуры риданов. Это ABS пластик для лучшей управляемости и моментального выхода на глиссер. К данным лодкам у нас есть мягкие накладки, коврики, диваны. То есть все, что необходимо будет. Рым можем установить. Рым, ручки, ролики. Все мы делаем. Устанавливаем, тюнингуем. Вот, допустим, диван вот такой. Лодка достаточно удобная, хорошая посадка. Вот. У меня рост 1,75 м. То есть вполне удобно. Можно посадить кого-то вперед, покатать. Либо самому сидеть, рыбачить. То есть очень удобно со спинкой. Такой надувной диван. Места достаточно. Даже есть в носовой части еще дополнительное место. По поводу приобретения лодок, звоните, пишите нам. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Лодки проверяем перед отправкой, записываем фото-видео, упаковываем, отправляем по всей России. Всем пока!